Народный артист СССР накануне был госпитализирован, а сегодня, 9 марта, в полдень скончался на 97-м году жизни. Знаменитый советский актер Владимир Этуш скончался в субботу, 9 марта, на 97-м году жизни. Об этом сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне в пятницу, сказал Крок. Источник издания из окружения артиста уточнил, что около месяца назад Этуш пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась. Вчера вечером ему вызвали скорую и без сознания артиста увезли в одну из столичных больниц, пояснил собеседник агентства. По его словам, расходы на погребение возьмут на себя государство и театр. Этуш до последнего момента играл на сцене и после смерти Зельдина сказал, что остался самым старшим, рассказали в окружении данного артиста. А мы приносим свои искренние соболезнования родным и близким данного артиста.